Алло? Да, Вито, у нас тут проблемы. Бери ствол и бегом ко мне в бар. И приезжай на приличной тачке, ясно? Ладно, сейчас буду. Хороший был бы выходной. Откройте, полиция! Слушай, я знаю, что ты там. Это полиция. Открывайте. Привет, парни. Что происходит? Парень, тебя просто это не касается. Просто хотим задать пошел пару вон вопросов. Если не откроешь дверь, мы ее сами откроем. А ну вылезай! Господи! Однажды! Преследую гонщика. Понял. Доброе утро. Привет, Вито. Хочу тебя кое-кому представить. Вито, это Карло Фальконе. Очень приятно, мистер Фальконе. Вито. Итак, Вито, что ты думаешь об Альберто Клементе и Луке Гурино? Ну, если честно, мистер Фальконе, мне кажется, эти сукины дети хотели нагреть меня на 5000, а потом оставили за решеткой. Хорошо. Потому что эти двое собираются против нас выступить. А потому надо что-то предпринять, пока они не ударили первыми. Эдди введет тебя в курс дела. Не сомневаюсь, ты не подведешь. Спасибо, мистер Фальконе. Было приятно, Вито. Так что за хрень творится? Вчера пропала машина с тремя нашими. По городу ходит слух, что в этом замешан Лука. Кто пропал? Харви Бинс и двое ребят, которые его охраняли. Тони Бальзам и Фрэнки. Mm-hmm. Да. Бинс, бухгалтер Карло. Если он заговорит, нам конец. Что я должен делать? Дождись его у входа в бар у Фредди и проследи за ним, выясни, его ли это работа. И потом? Если вдруг он хоть как-то в этом замешан, прибей ублюдка. А если ребята все еще живы, попробуй их освободить. Надеюсь, ты найдешь их до того, как они запоют о наших делах. Куда он пойдет? Понятия не имею. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину и оружие. Ладно, без проблем. Хорошо, заедешь сюда, как закончишь. И запомни, Вито, никому ни слова. Ясно. Аривидерчи. With that crazy rock and roll style, Empire Central Radio.
Все оружие законное, гарантирую. Удачной охоты! Сам зарядил. Для вас мы открыты. Это машина Луки. Где тебя носит, Лука? Вот ты где. О, отлично. Лучше не подходить, а то Лука меня еще заметит. Собрался, Лука. Риверсайд. Может, на свалку Бруски? Нет, Майк с таким не связывается. Клименте, конечно! Похоже, Эдди был прав. Так, туда надо пробраться незаметно. Простите. Да, в чем дело? Вы не подскажете, как пройти на бойню? И что вы хотите там найти? А, у меня собака убежала. Ищу вот. Собака, да? Ну да. Так вы знаете, как попасть внутрь? Во-первых, открою вам секрет. Врать вы не умеете. А во-вторых, если у вашей собаки нет ключей, то на бойню она могла попасть только через канализацию. Канализация, говорите? Кажется, я могу ее поддеть. Господи, ну и вонища! Что они знают, что я знаю?
Черт, теперь еще и собака. Если Лука просто за стейком заехал, я кого-нибудь убью. Не похоже, эй, чтобы там а маленький кто? Эй, не задерживайся там, а? Я один все делать не хочу. Уж и покурить нельзя. Расслабься. Сколько можно? Ты в пепельнице? А кто это орал? Никто. Ты все еще думаешь завязать? Что? Нет, свинья таких. Да, со следующего месяца, наверное. У тебя что, уши заросли? Говорю, свинья, не обращай внимания. Да, ну, ну, не знаю, я тут подумывал, может, озвучкой заняться. Да кто тебя набил? Что значит смена кончилась? У тебя что, уши заросли? Говорю, шабаш на сегодня. Но я еще не доколотил одну минуту. А сейчас приду. Не заставляй меня повторять. Смена кончилась. Марш отсюда. Все воскресенье. Ладно, ладно. Это то... Думаешь, я не знаю о наркотике? Я в курсе, откуда вы деньги берете. Фальконе считает, что у него все на мази. Но он так просто не отделается. Ну же, как вы ее провозите в штат? Я ничего не знаю. Я простой бухгалтер. Не выделывайся мне тут, козел. Хочешь повторить судьбу своего дружка, а? Давай, посмотри на него. Думаешь, ты круче? Когда мы с тобой закончим, мы пустим тебя на фарш в одной из этих машин. Вопрос только в том, убью я тебя перед этим или нет. Откуда эта чертова вонь? Фу! Эй, там кто-то есть! Эй, ты еще кто такой? О, господи боже, капитан Сортир спешит на помощь. Заткнись нахрен, Лука. Эй, я тебя знаю. Это ты тогда все ошивался с Барбара. Я думал, ты все еще гниешь за решеткой. И какого хрена, спрашивается, ты приперся? Меня послал Фальконе. Ему не нравится, когда всякие глисты пускают его ребят на фарш. Так ты теперь под Фальконе ходишь, да? Вот что я тебе скажу. Если бы ты знал, что на самом деле происходит, ты бы назад в камеру удрал. Но теперь уж какая разница? Ah!
Давай, Сэмми, сломай ему шею! Я с тобой не поменяюсь, паскуда! О, это больно. Давай, Сэмми, не нервничай. Мальчики, взять его! Ты меня вниз, да? И с теми связался, паскуда! Да черт тебя дери! Ты спустишь меня или нет? Спасибо, Вита. За нами должок. Тебя Эдди прислал? А, он заметил, что на перекличке народу не хватает. Черт! Бедный Фрэнки. Я убью этого сукина сына. Бинс, побудь тут. И не светись, пока мы за тобой не вернемся. Ладно, ладно. Вы меня только не забудьте тут. Договорились? Плохо, малыш. Неплохо. Давай! Так, Вита, пошли искать глисту. Глиста сейчас штаны обмочит. Что там творится? Они мертвы? Да, мертвы! И угадай, кто следующий. Сюда едет много парней, у которых много пушек. Черт, опоздали. Вот и они. Я туда, Вита, открой! Нет, Вита! Эй, Вита, давай, вперед! Я думал, молодежь измельчала. Давайте, гады! Смотри и учись. Это все, что ты можешь? Еще один. Ну же, гад, ну давай! Ладно, неплохо. Пошли найдем этого урода. Ну да, пока он еще кому не позвонил. Ну давай, открывай. Черт! Так я ее открыть не смогу. Да уж, тут нужно что-то тяжелое, как таран. Знаю. Смотри, тележка! Ах ты! Твою мать! Что за... Черт! А? Думает, он самый умный. Думаешь, ты самый умный, а? Ну давай! Попробуй! Сукин сын, что он там? Черт! Нет! Что на черт? Нет! О, боже! Сейчас! Не трогай меня! На не трогай меня! Убью так, чертов! Не трогай меня! Глиста, пожалуйста! Я чуток поиграю с Лукой, а потом пущу на фарш. Ты со мной? Справ...
спасибо за предложение, но я лучше. Крови не любишь, да? Нет, не люблю луку. Как знаешь, но ты много пропускаешь. Начну с угонял для скота, которым он тут вопил. Да. Эдди, правда, хотел, чтобы я его лично убрал. Не забивай голову. Все будет в лучшем виде, просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня не сдохнет. Обеими руками за. Ладно, я пошел. От меня несет за квартал, хочу уже помыться. Передай Эдди, пусть за луку не волнуется. Эй, Бинс, открывай дверь, все кончилось. Ты? Ты живой? Ну да, а ты как думал? Может, перед тем, как домой ехать, развлечемся со спящей красавицей? Знаешь, а это неплохая идея. Что тебе нужно? Ну, кроме мыла. Но она же в дверь не пролезет, да? Короче, она на него падает, а он начинает. О боже, о боже, о боже. Господи Иисусе, это ты? Вито, о, святая Мадонна, какого черта ты не помылся перед тем, как сюда переться? Ты мне сам сказал, как закончу, сразу к тебе. Думаешь, мне нравится? Ладно, ладно, что там с Лукой? Готов. Ладно, а наши как? Ты их нашел? Да, Лука держал их на бойне. Фрэнки мертв, но Бальзам и Бинс в порядке. Лука их допрашивал, когда я добрался. Свидетели есть? Никого, только дюжина телохранителей Луки. Вот и все свидетели. Шаг назад, ладно.
Было жестко, Эдди. Да уж, похоже, не сладко тебе пришлось. Но ты же выбрался живым, верно? Теперь иди и помойся, пока ты всем аппетит не испортил. И тряпки эти уделанные сожги. О, боже. Чао. Пахнет. Привет, Вито. Вот и ты. Эдди. Неплохой костюмчик. Спасибо. Ну так и в чем дело? По какому поводу? Парад? Вито, мистер Фальконе сегодня примет нас в семью. Тебя и меня. Нас берут. Сегодня? Да ладно. Да. Правда? Почему ты раньше не сказал? Что нам надо делать? Все узнаешь. Но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить. Лео, рад тебя видеть. Как сам? Привет, малыш. Я хочу поговорить с тобой о том, что случится сегодня. Давай, садись. Ладно, конечно. И спасибо еще раз за все, что сделал, чтобы я вышел пораньше. А теперь я выполню второе свое обещание. Второе? Да. Я же сказал, что в следующий раз, когда начнется прием, я тебя порекомендую. Но вот сделано. Так ты имеешь к этому отношение? Ты же работаешь на Винчи. Да. Я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей семье. Но раз уж Джо твой лучший друг, вы выросли вместе, как мы с Фрэнком. И поскольку Джо давно работал на Карла, я посоветовал, чтобы они взяли и тебя тоже, вместе с ним. Спасибо, Лео. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. Ни мне, ни кому-то еще. В этом весь смысл, Вито. Да. А теперь иди. Не будем заставлять их ждать. Ладно. Увидимся наверху. И что это было? Да ничего, просто поболтали о старых временах. Типа как старина Лео уронил мыло. Пошел ты. Ладно, ладно, все, хватит, пошли. Вы прямо как школьники, честное слово. Ну вот, подождем. Вот что, ребята, пойдете по одному. Когда войдете, просто делайте, что говорят, ясно? Джо, заходи. Эй. Удачи. Твоя очередь, Вито. Джентльмены, это Вито Скалетто. Вито, знай, что наша семья – тайная семья. Ты вступаешь в общество избранных. Для остального мира его просто нет. Отныне наша семья будет значить для тебя больше, чем родня, Бог или Родина.
Если я скажу тебе убить твоего брата, ты сделаешь это. Покажи мне, какой палец нажмет на спуск. Повторяй за мной, Вита. Если я предам тайну нашей жизни... Если я предам тайну нашей жизни... Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Да сгорит душа моя в аду, подобно этому святому. Амико Ностро. Джентльмены, вот наш новый друг, Вито Скалетто. Я очень рад, что эти двое достойных людей теперь с нами. И я рад присутствию наших уважаемых гостей, особенно Дону Фрэнку Винчи. Вы, наверное, удивитесь, что я снова пошел на риск, проведя почти 7 лет за решеткой. Понимаете, там, где я вырос, уважали только тех, у кого хватало духу взять то, что им хочется. Плату за работу будете получать от Тедди. Скажешь что-нибудь, Фрэнк? Никогда, джентльмены, не связывайтесь с наркотиками. Никогда. Это правило. Они приносят много денег, но я это слишком грязный... долго выполнял чужую и грязную работу. Рискованный. И был готов рискнуть чем угодно, чтобы, наконец, стать кем-то. Talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll.